Давайте представим, что «Авангард» играет в хоккей все-таки в Омске. Вот эти балашихинские пейзажи отдаленно напоминают поселок аграрного университета в нашем родном городе. Представьте, что у аграрки среди лесов, рощи и асфальта волшебным образом поставили за ночь новую хоккейную арену. И цвета вокруг арены привычные, черно-бело-красные, и люди в этих цветах знакомые. Культовые персонажи омского хоккейного интернета начала нулевых сейчас в 2018-м столичные жители. Я в полном удивлении. Да, ну, я ожидал что-то подобного, может быть, не в начале сезона, но главное, чтобы такая же игра в том же духе была в плей-офф. Не страшно, что так резко стартанули, так классно стартанули, столько забиваем, мало пропускаем. А что страшного? Мы же этого и ждали. Знаете, всегда, как говорят хоккеисты, главное хорошо начать сезон и главное хорошо его закончить. Что будет в середине, это ерунда. Вот когда мы будем проводить так первые игры и, надеюсь, в апреле будем играть так же, это будет нормально. Амичи и амички учат хорошим хоккейным манерам коренных балашихинских жителей. Авангард вперед! Авангард вперед! Авангард вперед! Авангард вперед! Это на самом деле первый опыт, и нам очень нравится. Как бы мы сами не ждали, что нас возьмут, но мы сделали все для того, чтобы нас взяли, и мы рады. Первый домашний, то есть балашихинский матч сезона с нижнекамским «Нефтехимиком», самой рослой и физически мощной командой страны. Такое ощущение, что тренер Тавгай Назаров комплектует состав из своих близнецов. Ниже 190 сантиметров роста людей там просто не отыскать. Пока у нижнекамских качков были силы, они держали строй и сдерживали омские атаки. Плюс финская коробка, где не разбежишься, плюс лед. Ну, это им в плюс лед, нам, конечно, в минус. После игры в омской раздевалке признавались. Ну, мы старались играть попроще, потому что сегодня лед был все равно мягкий, тяжеловато была игра. Шайба скакала много, поэтому играли проще и построже. Пока привыкали к площадке, льду и размерам соперников, прошли первые 20 минут. Во втором периоде обе команды разбегались, продышались и пошло. Семенов затолкал первую шайбу в ворота нижнекамцев, и это был первый гол Кирилла в этом сезоне. У мячей удалили Тальбо, тот долго эмоционально спорил с хоккейной Фемидой, как будто предчувствуя, что добром дело не кончится. Предчувствия его не обманули. Порядин в большинстве 1-1. И тут же еще одно удаление у «Авангарда», но Диарне и Михеев помогают убежать Покке, и Финн забрасывает первую в карьере шайбу за «Авангард». 2-1. Но на второй перерыв команды ушли при равном счете. Поустинен 2-2. Впервые в сезоне на протяжении двух третей матча с «Авангардом» играют на равных. Волнуются и хочется на домашнем матче победить. Все придет. Я думаю, что сейчас все будет хорошо. Все получится. В третьем периоде Омск ощутимо добавил, и нижнекамцы перестали успевать за быстрыми омскими нападающими. Кирилл Семенов оформляет дубль 3-2. А это Широков спустя 4 минуты 4-2. Последняя шайба в матче. Есть четвертая победа подряд и первая на домашнем льду. В этом сезоне, несмотря на расстояние, они действительно вместе. Болельщики и команда. А мы поспешим в подтрибунку. Вот так уходят со льда хоккеисты в Балашихе, и вот сюда они идут в итоге, в раздевалку. Будете слушать интервью, попробуйте прочитать лозунг. Белые буквы на красном фоне про труд и талант. А мы спросим Алексея Емелина. Алексей, а тебя все ждали зубодробительных хитов первого матча за «Авангард». Почему их не последовало? Я не боялся. Ну, это первая игра, скажу, повторюсь вас еще. И у нас все равно стараемся играть сначала в шайбу, а потом уже в тело, поэтому надо аккуратнее играть. Поэтому сегодня еще много удалений схватили, поэтому старались играть поаккуратнее. Круто, что приехало столько болельщиков. На поезде они приехали. Это очень воодушевляло нас. Не знаю, очень хорошо, что было столько народу, пришло сегодня поддержать нас.
мы чувствовали, что Омск с нами, и мы с Омском. Наш десант, я считаю, так их, мне кажется, поначалу стеснялись все как-то, не кричали, но под конец вообще супер. Выходили вперед дважды, дважды соперник сравнивал, но команда в итоге победила. Характер, значит, есть? Мы его укрепляем, этот характер. Надо его укреплять, чтобы плей-офф. Спасибо огромное, Леш, спасибо.